магнитола на автомобиле Lada Largus. Головное устройство идет на платформе Android версии 9. Имеет 4-ядерный процессор и 2 гигабайта оперативной памяти. Имеет физические кнопки и регуляторы громкости либо переключения треков. Так как магнитола на Android, вы можете раздавать на нее интернет с помощью Wi-Fi. Создаете точку доступа на мобильном устройстве, либо же переносном модеме, и уже подключаетесь к магнитоле. Затем мы уже можем просматривать видеоролики на YouTube. Есть онлайн-кинотеатр Иви, есть онлайн-телевидение, где мы можем уже смотреть телевидение по интернету. К примеру, вот Первый канал. Помимо этого, интегрирована она со штатной подсветкой, то есть при включении габаритных огней у нас включается боковая подсветка клавиш и изменяется яркость самого дисплея. К телефону мы можем подключить с помощью Bluetooth. Заходим в соответствующую иконку, находим свое устройство, сопрягаем его, и уже нам будет доступна телефонная книга. Либо же можем осуществлять набор номера прямо с самой магнитолы. Здесь есть вот кнопочка Navi, которую можно программировать под абсолютно любой навигатор. В данном случае здесь стоит навигатор от Яндекса. Соответственно, при ее нажатии у нас включается Яндекс.Навигатор. Яндекс.Навигатор идет с возможностью голосового поиска. То есть адрес можно уже будет ей прямо говорить. Поехали на вокзал. Речь она распознает корректно и уже прокладывает маршрут до нужного вам адреса. К магнитоле можно подключить два устройства по USB, которые выводятся в бардачок. Здесь вот есть два разъема, куда мы можем подключить флешки либо какие-то переносные устройства. Флешку она распознает памяти до 32 гигабайт и жесткий диск до 1 терабайта.